5-6 декабря в Харькове проходит чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа. Традиционный турнир для этого времени года. Стоит отметить очень высокие показатели, очень напряженную борьбу. Вчера состоялись соревнования по пауэрлифтингу, это троеборье. И буквально в каждой весовой категории действительно было на что посмотреть. Напряженная борьба спортсменов до последнего подхода. Было непонятно, кто станет первым. Сегодня проходят соревнования по жиму лежа. В следующем году мы собираемся продолжать развивать данный вид спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, проводить соревнования как на территории Харькова и области, так и на территории других областей, то есть это Киев, Полтава, Одесса. Планируем соревнования, возможно, Кировоград, Кропивницкий. Хочу поблагодарить тренеров, хочу поблагодарить спортсменов, которые приехали на эти соревнования в это непростое время, потому что до последнего момента как вопрос подготовки к этим соревнованиям, так и вопрос самого проведения стоял под большим вопросом. Но все-таки нам удалось провести этот турнир, за что огромная благодарность фитнес-клубу «Жимфофит» и лично Чанцевой Юлии, на базе которого проходит чемпионат. Ждем всех спортсменов, зрителей на наших турнирах. Хочу пожелать в наступающем году здоровья, в первую очередь, поменьше травм и спортивного долголетия. Команда Кировоградской области получила приглашение поучаствовать в чемпионате Украины. Я являюсь представителем Федерации Ростов-100% Кировоградской области. Вот. Приехали команда ГУНП Кировоградской области. То есть у нас команда полиции, это рота полиции особого призначения и рота полиции Святослав. Вчера парни наши выступали в троеборье. Куриленко Сергей выступал в категории 110 кг, занял второе место. Вот, ну, сегодня я буду выступать по жиму в сотой категории. Надеюсь показать хороший результат. Хочу поблагодарить Тищенко Петра, вице-президента Федерации Ростов-100%, за хорошую организацию, за приглашение на турнир, за то, что он регулярно проводит такие высокие турниры на высоком уровне в Харькове. Я выступаю на протяжении года Федерации Ростов-100%. Выиграла абсолютку жим-лежа с весом 82 килограмма и собственный вес 56 килограмм. Дальше хочу развиваться, попробовать себя в троеборье. Жим тоже хочу, чтобы развивался, хочу больше жать, хочу попробовать больше. Следующий вес планирую 85 пожать. Сегодня, к сожалению, не удалось его пожать, точнее, по техническим причинам. Очень хорошая организация. Хочу выразить благодарность Петру Тищенко. Как всегда на уровне организации, действительно это так. Большое спасибо. Всем спортсменам желаю победы, прогресса и всех вам здоровья, без травм. Сегодня я впервые участвовал в таких соревнованиях. Для меня, конечно, это было новое открытие. Мне очень приятно. Полно эмоций, энергия. Действительно, очень приятно. Осталось большое впечатление. Я благодарен своему тренеру и тех, которые участники сегодня, и тех организаторов этого соревнования. В принципе, я считаю, что это очень важно. Независимо, там, какой возраст. Самое главное – участие. Это, я думаю, что правильно. Спорт – это здоровье, прежде всего.